Память о войне отходит все дальше. Все меньше остается в живых людей, которые провожали на фронт своих близких. Еще меньше тех, которые активно участвовали в боевых действиях и хорошо помнят события тех лет. Для ветерана Великой Отечественной войны Ликандра Шубича его воспоминания священны. Встретив свой 101-й год, он по-прежнему делится дорогими сердцу моментами военной жизни и дает наставления молодому поколению. Поздравить Ликандра Григорьевича в торжественный день собрались представители администрации Московского района города, а также дети, внуки и правнуки. Район наш, Вивинский, был все под партизанами. Мы все были партизанами. У нас немцев днем не было. Ночью. Только днем. А партизаны ночью. Я был не у партизана, только с беками. Три раза ранены. И не дали есть. За штурм был до Варшавы. Был я в части такой. У бояк и все. Наступление у бояк. Внуки и правнуки, рассказывая о семейном герое, в тот вечер не умолкали ни на минуту. Гордостью за ветерана и уважением к нему пронизаны, кажется, даже стены дома, на которых расположены многочисленные военные фотографии Ликандра Григорьевича. Стопки фронтовых писем хранятся в этой семье как реликвии, наряду с полученными им наградами. Мы очень гордимся нашим дедушкой и вообще очень довольны, что он дожил до 100 лет, а сегодня ему 101 год исполнился. И очень благодарны нашим городским властям Московского района, значит, что они помнят о нас, что они пришли, поздравили, уделили внимание, поздравили нашего дедушку и с днем рождения, и с днем освобождения нашей Республики Беларусь 70-летием. Значит, присутствовал также и военком, и глава администрации Московского района, и сотрудники нашей администрации. Вот. Спасибо всем большое. Наградили нашего дедушку материальной премией, значит, подарили ему ценные подарки и подарили еще очень важный ценный подарок – книгу «Брестская крепость. Герой». Вот сам последний выпуск. Книга эта очень важна каждому брестчанину. Она у нас вот здесь в сердце лежит, так же, как наша Брестская крепость герой. Представители администрации Московского района города Бреста уже в который раз поблагодарили ветерана за добросовестное многолетнее служение своей стране и активное участие, несмотря на почтенный возраст, в воспитании подрастающего поколения. Сегодня на самом деле уникальное мероприятие. Это не юбилей. Это не столетие, это просто 101 год. 101 год замечательного человека, человека, который в своей жизни познал все, и войну, и восстановление народного хозяйства, человека, который до последнего трудился, человека, который дал жизнь большой семье замечательных людей. Я хочу сказать, что все его родственники, вот правнуки и так далее, все они хорошо учатся, все замечательно работают. Это, наверное, тоже замечательный, хороший генотип. И мы пообещали в Московском районе, что каждый год будем к Ликандру Григорьевичу приезжать на день рождения, отмечать этот замечательный день. Хочу пожелать всем нашим жителям Московского района города Бреста вот такого же здоровья, как у Ликандра Григорьевича, такого же долголетия и таких же детей, внуков, правнуков и такой же атмосферы в доме, которая здесь находится вот в данный момент. Сегодня та страшная война 41-го стала далекой. О ней немного известно нам, родившимся после ее окончания. Но каждый раз, встречая ветеранов Великой Отечественной войны, мы вспоминаем о том, что именно благодаря их мужеству и героизму наша страна была спасена от фашизма. И самое малое, что мы можем сделать сегодня, это проявлять заботу и уважение, не оставаться безучастными к их судьбе.